вон идет тот же мужик. Вас довезти? А это у вас кто там? Кролик. Дочери на день рождения. А сколько у вас детей? У меня их шестеро. Привет! Ты бы хотел, чтобы они жили как ты? Нет. Стираешь? Да. И готовишь? Да. Мать убили, дом сожгли. Дашь пять? Опа! Вон идет тот же мужик, Дим. Ага, кстати, что-то, да. Что-то несет. На, снимай. Здравствуйте! Приветствую! Здравствуйте! Вас довезти? Желательно бы, конечно, хорошо было бы. А это у вас кто там? Кролик. Дочери на день рождения. Ничего себе. Сейчас я остановлюсь. Друзья, всем привет. С вами канал Васин Осенний. Меня зовут Сергей. Большое спасибо, что смотрите, подписываетесь. Все это помогает нам в продвижении. Сейчас расскажу немножечко об этой истории, которую вы только что увидели. Мы ехали снимать совершенно другую историю. Нам рассказали, что есть сгоревший дом, и там живут люди, пожилая пара. Мы приехали в этот поселок, обошли практически все вокруг, но никого там не нашли. Да, там есть следы жизни, там видно, что висит белье, есть какая-то посуда, но никого нет. Мы стучались, спрашивали. Люди нам рассказали, что сейчас погорельцы уехали оттуда, и у них сейчас есть другое жилье. Но где конкретно, нам никто не сказал. Это было раннее утро. Мы пообедали в этом поселке, кстати, очень вкусная там выпечка. И мне нужно было ехать уже обратно в сторону нашего города. Потом мне нужно было ехать в Москву, встречать друга. В общем, ну, день, можно сказать, просто был забит, все расписано. И по дороге, когда мы ехали в этот поселок, мы видели мужчину, который просто шел по трассе. Я видел этого мужика, он идет вот в этой робе водоканала. Я подумал, что это рабочий, и здесь рядом идут какие-то, видимо, ремонтные работы. Мы даже не обратили на него внимания, особо он шел мимо, а мы проехали. Когда мы ехали обратно, мы увидели того же мужчину, но только он шел с клеткой и что-то там нес. Я развернулся, и мне стало интересно вообще, куда он идет. Это вы сколько уже прошли? Это, ну, не знаю, примерно... 20. А сколько дочке лет? Дочке 11. Mm-hmm. Она просто мечтала о кролике. Uh-huh. Вот и решил на день рождения подарить. У вас одна дочка? Нет. А сколько у вас детей? У меня их шестеро. Шесть? Да. Ничего себе. Мы тут сворачиваем. А, вот здесь направо. А часто так приходится вот ходить из деревни там, ну вот? Ну, в месяц, может, раз в 8. Раз в 8, да? Да. Как да. Получается. А машины своей нету? Своей машины нету лично. Это твои дети, да? Да. Ничего себе. Это для кого? Для кролика? Для Алины, вот этой, которая в кепке. А, вот в кепке. Паркуемся. Твои ребята, да? Да, да. Ну, целая братва. А что, я открываю? Лёш, ну мы тогда заскочим попозже к вам еще. Ага. Ну все, давай. Спасибо, что подвезли. Да не за что. Все, давай, удачи. Удачи вам. Давай, все, пока. Интересно было бы сейчас, конечно, пообщаться. Но я, к сожалению, опаздываю. Мне нужно сегодня... Вон ребят махают нам. Пока. Пока. Мне нужно сегодня встречать друга с аэропорта, поэтому просто каждая минута на счету. Ты видел, какой дом? Просто жесть. Здесь живут дети. И Леха. Какая? Друзья, это важно. Наконец-то мой курс готов, и вы можете им пользоваться. Я всегда хотел создать что-то важное и полезное для людей, и я уверен на 100% у меня это получилось. Этому делу я посвятил долгие годы,
С детства у меня очень часто болела голова, и я перепил море цитрамона, прошел кучу обследований, но ничего не нашли, сказали сосудистая дистония и все. Потом травма спины лет в 25, грыжа, несколько протрузий, я не мог даже на пятый этаж с сумкой из магазина зайти. И все это продолжалось долгое время, пока я не разработал вместе со своим тренером программу тренировок для спины и шеи. После 2 месяцев занятий у меня просто пропали боли в спине, и через некоторое время я просто понял, что я больше не хожу в аптеку за цитрамоном. Головные боли ушли на нет, и я до сих пор уже на протяжении 9 лет занимаюсь по этой системе каждое утро по 15-20 минут. Эти упражнения подойдут абсолютно всем, будь вы профессиональный спортсмен или пенсионер. К тому же для тренировок вам не понадобится ничего, кроме своего тела и 20 минут вашего времени. Я уверен, что после этих тренировок вы станете лучше чувствовать ваше тело, вы станете сильнее, моторика улучшится, нейромышечная связь тоже улучшится, вы станете по-другому ходить, бегать, стоять и сидеть. Вы станете цельным стержнем от пяток до затылка. Также крайне важные упражнения для кровообращения в малом тазу для мужчин. А для детей я считаю эти упражнения необходимыми для формирования правильной осанки. Именно по этой системе я начал заниматься с сыном с 3,5 лет. У него была очень слабая спина и неправильная осанка. А теперь вы видите сами. Эта система проверена на мне и моем сыне, и вы видите реальный результат, а не мифические обещания. Также в моем курсе есть система питания, которая позволит вам сбросить лишний вес, оставив лишь мышечную массу. Так питаюсь я и вся моя семья. Благодаря именно этой системе питания я без труда нахожусь в данной физической форме уже долгие годы. Опять же, друзья, вы видите конкретный результат, а не просто слова людей, которые не имеют к спорту и здоровому питанию никакого отношения. Очень многие ждали этого курса и спрашивали, когда он будет. Друзья, он уже полностью готов, вы можете приобрести под этим видео, пройдя по ссылке в описании. Сделайте себе подарок и купите себе и своим близким здоровье на долгие годы. Благодарю вас за внимание, друзья. Дом без окон, без дверей. Ничего себе топот какой! Нужно посмотреть. Привет, ребята! Привет! Как дела? Привет! Обалдеть! Вас сколько много здесь? А сколько у вас детишек? Расскажите. 8. 8? Восемь? Это моя старшая дочеря. Ага. Отказалась она. Отказалась, да? Ну ничего не привозят. Привет. Ничего не надо. Как дела у вас? Давай 5. Дашь 5? Опа, молодец. Ясно. И вы здесь вот в одной комнате, да, живете? А вы с мужем где спите? Вот здесь, да? Вы всегда мечтали о большой семье, скажите? Да. Я с детства постоянно матери даже говорил, то, что будет у меня много детей, угу. Они будут ни в чем нуждаться. Да, я стараюсь для них все делать. А ты бы хотел, чтобы они жили как ты? Нет. Не хотел бы? Нет. Да? Ты считаешь свою жизнь немножечко тяжелой? И расскажи. У меня тяжелая была жизнь. Да? Мать моя постоянно бухала. Меня дома постоянно не было. Ты уходил из дома из-за того, что она пила? Да. А что мне на пьяное лицо смотреть? А отец? Мы раньше знались, а сейчас не знаемся. Он мне вообще сказал по телефону, что я не его сын. Ты с ним разговаривал? Да. А и там... ездил несколько раз к нему туда. Далеко он отсюда живет? В Юхнове. А когда ты ездил к нему последний раз? 2 года назад. Ты хотел просто с ним пообщаться? Да. Узнать, почему он мне так сказал. Он даже дверку не открыл. А если бы открыл? Ну, если бы открыл, я поговорил, почему он мне так сказал.
Ну, ты бы хотел с ним нормальных отношений с отцом? Ну, хотел бы, но толку от этого. Он сам не хочет. А если он сам не хочет, что я буду заставлять человека, чтобы с сыном разговаривать? А в детстве ты к нему не ходил? Ездил с матерью 2 раза. Он нас выгнал, мы на улице переночевали и потом уехали домой. И ты после этого еще хотел с ним какие-то отношения восстановить все-таки? Да. Потому что человек родной. Да. А мама? Матери нету в живых. Мать убили, дом сожгли. А сколько тебе было в этот момент лет? Когда мать убили? Да. 16. Год у тетки пожил, потом год в приемной семье. Все. А это они, значит, кушают, да? Да, это они вот уже. Понятно. Испугались. А что они так испугались-то? Ну, такие у нас всегда такие дети. Да? А ты бы хотел куда-нибудь переехать отсюда? Скажи? Нет. Нет? Тебе здесь нравится? Да. Мечта есть какая-нибудь, Алёш? Нету? А может, у тебя какая-то мечта для родителей есть? Не знаешь? Загадка, да, для тебя? А ты знаешь, какая у мамы мечта? Нет? Нет. А у папы какая мечта? Знаешь? Работать. Работать? Да. Найти работу хорошую? Да. На что ты смеешься? Федя, давай кушать. Кушай, Федя, кушай. Смотри, сколько тебе надо съесть. Ты еще ничего не съел даже. Ну, кто знает, какая у папы мечта еще? Чтобы Леша выучил таблицу. Таблицу умножения? Леш, ты не учишь таблицу умножения? Сколько 2×2 будет? 4. А 2×3? 6. Молодец. Вот уже неплохо. Один столбик. Нормально. Расскажи самый счастливый день в своей жизни. Помнишь? Я помню. А кто помнит самый веселый день в своей жизни? Да? День рождения. День рождения был? А что ты получил на день рождения? Велик-кошку. Кошку? Ничего себе. Как кошку назвал? Буся. Буся кошку назвал? Да. День рождения. Тоже день рождения? Да. А у тебя какой подарок был? Вот это да. Как зовут? Роза. А, это девочка, да, кролик? Да. Ну здорово. Ты мечтала о кролике, да? Да. Хорошо, ну ладно. У Лёши собака. Собака у Лёши? К сожалению, друзья, мы живем в реальности, не в детской сказке, и есть такие люди, которые ради своей наживы, ради того, чтобы не работать, рожают как можно больше детей и получают с этого пособие, и ведут абсолютно отвратительный образ жизни. Пьют, курят, на детей им попросту плевать. Но это совершенно не та история, абсолютно. Видно, как человек любит своих детей, видно, что у него в детстве была какая-то психологическая травма. И он старается изо всех сил, чтобы дать детям того, чего не было у него. Скажите, на каких работах вы работаете? На водоканале и по сельсовету. И вы любое желание, я смотрю, удовлетворяете, да, чтобы вот дети не пожелали? Да. Кролик, собака, кошка. Ну, вот я сыну, самому младшему, вон тот трактор подарил. А, большой трактор, я вижу. Ага. Велики детям тоже доставал. Ну, это сложно же приходится. Ну, это сложно, но велики доставал за счет Колымов. Время есть, я схожу, сколымлю, деньги получаю еще, что-нибудь. А Колым, вот, чем вы занимаетесь? На Колымах я либо опрыскую огорода, либо огород там перекопать. С Ириной ты познакомился здесь, да? Нет. По телефону. По телефону? Да. А как это произошло? Набрал номер телефона. А вы просто что, номера набирали какие-то или как? Нет. Это я раньше наугад номера набирал. С девчонками так знакомился. Да? Да. Позвонил, познакомились. А как она позвонила? Пригласила меня на 11 апреля к бабушке на день рождения. И с 11 апреля 2010 года так и остался здесь. Здорово. Такая вот, да, случайность такая получилась. Скажи, а вот когда у вас первый, да, ребенок появился, второй? Там... Первая у меня дочка появилась, дочка. Алина. Ага. Потом Снежана. Ты не боялся за их будущее, вот как их обеспечить всех? Нет. Я был в себе уверен, что я достану деньги, заработаю. Ну и сейчас они, в принципе, всегда накормлены, правильно же?
Ну, сейчас вот перед вашим приездом я им суп приготовил. А ты сам приготовил? Да, гороховый суп. Да? Да. Вкусно готовишь? Конечно, детям нравится. А жена готовит? Жена готовит, когда мне некогда, когда я на работе. Ага. А так сам, да, готовишь? Да. Ясно. То есть ты готовишь, а скажи, обязанности у вас какие-то вот разные с женой? Вот чем ты занимаешься, чем жена? Ну, у меня больше обязанности, я меньше даю работы. А что ты именно делаешь по дому? Расскажи. Ну, вот я стираю. Стираешь? Да. И готовишь? Да. А жена иногда посуду моет. Если она сильно устает или заболевает, я сам мою посуду. Молодец ты. То есть все практически сам делаешь? Да. Слушай, ну ты большой молодец, честно, дайте пожму руку. Молодец, был, красавчик. А вот ты рассказал про мечту все-таки детей. А у тебя для себя лично что-то есть, какая-то мечта? Для меня нету ничего. Нету ничего? Нет. Ты ничего не хочешь? Нет. То есть ты все вот на благо, да? То есть да. Своей семьи стараешься. Друзья, я думаю, у многих из вас уже родилась такая же идея, как и у меня, подарить Лёше машину. Потому что это очень важно для него. Ему нужно возить детей в детский сад, ездить за какими-то продуктами, покупками. Ну, вы сами понимаете, что без автомобиля практически никуда. Если вы хотите поддержать нашу идею, то всю информацию вы найдете в описании к этому видео. Большое спасибо, что смотрели этот сюжет. Он возник спонтанно, вы сами видите. Всем крепкого здоровья хочу пожелать. Подписывайтесь на наш канал и всем пока.